В этом году Краснодарский край отмечает юбилей – 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Глава Северского района Андрей Дорошевский поздравил ветеранов с этой памятной датой. В станице Северской навестили Василия Черепова. Василий Филиппович служил стрелком и минометчиком, участвовал в освобождении Кубани. Я искренне приношу слова благодарности вам, вашему поколению, за то, что вы освободили нашу землю, нашу Кубань. И наши дети могут расти на этой земле свободными, независимыми, радоваться жизни. И все это благодаря вам. Спасибо вам огромное и поздравляю вас с праздником. В поселке Ильском встретились с Григорием Чаленко. Старший сержант воевал в войсках НКВД в роте автоматчиков с бандеровскими бандами. Поздравления Григорий Георгиевич выслушал вместе с супругой. Вы и ваше поколение показали пример доблести, героизма и мужества. И сегодня воспитанное поколение на ваших примерах, на ваших героических поступках защищает нашу Родину в зоне СВО. И я уверен, как и тогда, и в 43-м освободили Кубань, и в 45-м победили фашистов, так и в этом, в ближайшем будущем, наступит мир. До звания старшего сержанта дослужился и Александр Просин из станицы Азовской. Во время Великой Отечественной войны был командиром зенитного расчета бронепоезда. Александр Павлович Кичик из поселка Черноморского служил в роте противотанковых ружей бронебойщиком. Ветеран всегда рад гостям, с удовольствием принимает поздравления и исполняет любимые песни. Эта дата для кубанцев – еще один день победы, которая досталась страшной ценой. Наш вечный долг перед ветеранами и павшими воинами – сохранить память об их подвиге.